Я как-то недавно обратил внимание на папоротника. Длину вот этих, не знаю, как они называются, усики, как-то еще. И если смотреть, то насколько они длинные. Это примерно 1,80 м. Вот я сейчас показываю, куда они свисают. Получается, они даже на полу до пола свисают. И благодаря этому, я думаю, можно какой-то создать такой цветочный интерьер, если я правильно выражаюсь.